первой жизни колледжа ты будешь получать стабильный заработок. Нет, не знал. В другой проблеме, и в этой тоже. Профсоюз тебе поможет. Это снова Алдар. А это его девушка Дарина. Девушки очень любят подарки. Алдар, милый, купи мне чехол на айфон. Розовый. Нет, фиолетовый. Девушки очень любят подарки. Конечно, куплю. А, Алдар, у тебя что, появились... А, точно. Ведь Алдар получает стипендию активиста профсоюза и может позволить своей девушке любые подарки. А это Влай. Нет, это не тот Влай, который одногруппник Алдара. Это плохой Влай. Очень плохой Влади. Это снова так. Влади, ты что, хочешь отобрать у него деньги? Да, хочу. Может, не надо? Надо. Ну, смотри, я тебя предупреждал. А я тебя предупреждал, Влади. Ведь все прекрасно знают, что Алдар занимается вольной борьбой и карате. Ну поставьте зачет. Нет, я тебе не поставлю. Ну пожалуйста. С чего я должна тебе ставить зачет? У тебя два пропуска. А? Я участвовал в жизни профсоюза. Покажи. С радостью. О, и кубки. Ох, грамоты. Хорошо, 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 хорошо. Я поставлю тебе зачет. Мы хотели этим донести одну простую мысль, что когда человек, ну то есть обычный студент, абитуриент, ходит после школы, он попадает во взрослый мир, где его ожидают трудности и препятствия, и ему нужна поддержка и защита, и в роли такой поддержки и защиты выступает комком. Я хочу чувствовать себя личностью. Я хочу достойную стипендию. Я хочу иметь хорошие условия учебы. И в этом нам поможет наш правком.